Здравствуй, мама, это я. Артисты Камаловского театра представили премьеру спектакля, совершенно необычного по форме и душещипательного по содержанию. А содержание в долгом телефонном разговоре сына с матерью. Пикантности и остроты постановки добавляет то, что режиссер дал роль той, что дала ему жизнь. Главный герой проводит все время на работе. Разъезды, командировки и совещания. В таком бесконечном потоке дел он перестал чувствовать простые радости жизни. Для подчиненных он требовательный и строгий начальник. Но его мать знает, какой он на самом деле. И пытается достучаться до сына через телефонную трубку. Мать, она открывает свои глаза и заставляет его взглянуть на этот мир, на эту жизнь. По-другому радоваться каким-то простым вещам, мелочам этой жизни. Постановка спектакля началась осенью, и перед режиссером Фаридом Бекчентаевым возникла непростая задача – сделать телефонный разговор двух людей интересным для глаз зрителя. Для этого он отошел от банальных представлений разговора на малой сцене. Мы выбрали немножко другой ход. Мы поместили главную исполнительницу, роль матери, ближе вытащили почти что в зрительный зал. Вот, и разделили пространство. Спектакль поставлен по мотивам пьесы Барзу Абдуразокова. Ее он посвятил своей матери. И один из главных посылов пьесы – как важно не забывать о людях, которые тебя любят и ждут твоего звонка. Фируз Насырова, Тимур Идиатуллин, Вести, Татарстан.